Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я покажу вам эквалайзер наушников JBL Lifefree NC+. Для этого нам нужно приложение JBL Headphones и подключиться с этими наушниками. Об этом вы можете посмотреть в другом видео на нашем канале. Чтобы перейти в эквалайзер, нам нужно внизу нажать на данную стрелочку. Она открывает нам эквалайзер. Здесь у нас есть готовые пресеты, то есть пиано, джаз или вокал. А также полагаю, что мы можем нажать на вот эту вот штуковину и вручную настроить все нужные нам частоты. Например, нам нужно, да, как всегда, больше баса. Допустим, еще вот так. Чуть больше средних частот и чуть меньше, например, высоких, чтобы не били сильно в ухо. Вот, и потом сохраняем это как отдельный пресет Piano 2. А чтобы потом, если что, удалить или изменить, мы можем нажать, по всей видимости, да. Можем нажать сюда и изменить название. И потом сохранить то, что мы изменили. Но это мы сейчас делать не будем. Чтобы удалить, мы можем зажать ненужный нам пресет и отправить его в корзину. Вот так. Если вас интересуют другие видео, связанные с этими наушниками, смотрите их у нас на канале Hard Reset, либо читайте информацию на канале на сайте hardreset.info. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего!